Ну вот смотрите, хотелось поснимать природу, речку, молодую зеленую листву, послушать птиц, даже штатив взял для камеры. И вижу, что как таковой картинки-то нет, такой вот особенной, которую хотелось бы вам показать. Поэтому решил взять камеру и вот снять просто то, что вижу. Рассказать о своих чувствах. Сегодня 9 мая 2022 года. Выехал на природу один. Дети, конечно, очень просились. Но в жизни так бывает, что хочется иногда тоже побыть одному. Да и жена сказала: не приезжай как можно дольше, но чтобы ночью был дома. У меня жена никогда не лезет за словом в карман. Выехал на природу, в свою родную деревню. Вот такая вот красота. Воздух замечательный вообще. Я вот люблю, обожаю май месяц, когда все вот такое вот девственное, все вот такое вот, даже сказать, не очень такое зеленое, а вот такое как бы зелено-блеклое. Да, листочки вот только-только вылезли. Вот такая вот здесь речка. Видите, сразу. А вот это вот я в прошлом году делал небольшой субботник. И вот бутылки пытался сжечь, но они вот не догорели. Но сейчас я, конечно, этого делать не буду. Очень много сухой травы, и это может привести к тяжким последствиям. И вам не советую что-либо поджигать именно весной. Вот этот костерчик я здесь разводил, когда уже была высокая-высокая зеленая трава. Поэтому, видите, никуда огонь не ушел. Ну и, соответственно, был под моим присмотром. Я не знаю, какой получится звук. Я на микрофон камеры Panasonic 760 взял просто губку для мытья посуды. Такую вот. Есть большие, вот средние и маленькие. Вот эту среднюю губку и на обычную резинку, которой деньги закрепляют в пачке. И вот хочу попробовать, будет ли хороший звук. В плане того, что ветер не будет ли мешать съемке. Хороший микрофон стоит дороже, чем сама камера. Вот здесь вот у нас Невас, помыл его, намыл его, поменял колеса. В этом году я поздно поменял зимнюю резину. Болел, очень сильно болела нога. Вообще, на 1 мая там просто 4 дня лежал. Старость, как говорится, не радость. Сейчас все вроде прошло. Поменял колеса и себе, и жене. И... нужно готовиться уже к отпуску. Надо машину жены готовить. Поедем в отпуск на ее машине. Вот, кстати, я вот обратил внимание. Вот смотрите, расширительный бачок на небе. Видите, пена. Я вот не знаю, то ли это антифриз низкого качества такого я где-то купил, залил, либо потому, что ездил тут по барханам, ямам, натрес машину, из-за этого вспенился антифриз. Не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Скажите, почему так получилось. Ну, все вы знаете, машине, так, что, 4 года уже. Да, 4 года. Кстати, вот на днях смотрел какой-то канал на ютубе, уже не помню. Ну, в общем, по ценам на машины. И вот такая вот Нива, ну, только с пластиковыми бамперами, Нива Урбан, в данный момент стоит 1,5 миллиона рублей. Лада Ларгус в максимальной комплектации стоит 2 450 000. Вы вообще представляете уровень идиотизма, который у нас сейчас творится в стране?
В принципе, видно, что правительство наше старается и стабилизировали курс доллара. Ну, видимо, нечистые на руку барыги просто задирают цены. Хотя я могу ошибаться. Я думаю, что главная причина в том, что Тольяттинский автозавод, он, я не говорю, что он полностью остановился, но практически он на грани этого. Поэтому пошел дефицит машин. Ну и опять же, получается, барыги взвинтили цены. Ну, Нива Урбан, 1,5 миллиона, это в долларах 20 тысяч долларов. Вы что, обалдели вообще, что ли? 20, сука, тысяч долларов, бля, за Ниву. За машину, которая родом из 60-х годов. Это возможно только в России, наверное. И ладно бы там что-то поменялось, понимаете? Вот она практически только такая, только пластиковые бампера. Другие сиденья и вот панель новая. И 20 тысяч долларов. Да, это охаметь, конечно. Просто охаметь не встать. Кстати, вот после весны смотрел, как кузов сопротивляется коррозии. И вот, хотя я все обрабатываю, все четко, у меня все обработано, всегда слежу, не с этой стороны. Так, сейчас я вам покажу, где начало гнить. Все-таки пошла коррозия. Сейчас покажу. Вот, видите? Вот. Здесь конкретно пошел волдырь. И пошел у нас паук рыжего цвета. Ножом зачистил и обычной помадкой, краской подкрасил. Так что смотрите, обращайте на эти вещи внимание, потому что если вы вовремя не заметите, может оказаться поздно, придется все перекрашивать. Ну, в дальнейшем я хочу вот это вот все место, вот посуда, просто антигравием, хорошим американским антигравием, черным, все закрасить. Все-таки здесь камни летят, хорошо все отбивается и приводит, я бы не сказал, что к тяжким последствиям, ну, так скажем, неприятным. А вот смотрите, вот здесь что у меня тоже пошли вспучивания, что ли, не видел. Ну-ка. Или что это такое? Да, тут тоже спучивается. Вот, вот видите, что творится. Вот это вот поебень пластиковая помогла. Но не могли вы, блядь, на автовазе сделать немного пошире ее. Ну что это такое? Видите, да? Пошло спучивание краски, то есть здесь тоже пойдет коррозия. Ну что, хотел, видимо, я сделать это на следующий год. Но, видимо, время пришло. Я думаю, пойду в отпуск. Здесь все зачищу, обезжирю. И вот так вот полностью, вот так вот антигравием. Хорошим надо будет все обработать. Вот это место в Ниве, оно спокойствие мне не даст. Видите, да? Просто, да. Видимо, мелкие камешки попадают. Вода туда и... результат. Но чтобы до того времени дотянуть, когда я это буду все обрабатывать, тут надо, наверное, будет мне литолом вот так вот замазать, чтобы вода не попадала, чтобы дальше коррозия не пошла. Все, время пришло. Машине 4 года. Надо этим делом заняться. Ступенька так называемая, смотрите, как сгнила. Вообще жестко. Я думал, почему так? Я вроде бы даже дополнительно ее обработал. А... предполагаю, что покрашена была вот эта труба прямо на ржавчину вот здесь. Барыги, как всегда, решили денег срубить. Ну, новый-то он хорошо, да, выглядит, а потом, видите, что начинается. Это означает, вот это вот все означает однозначно, что здесь была коррозия, ржавчина, и покрасили прямо на нее сверху. Ну, сволочи, что я могу сказать? Лишь бы деньги содрать, заработать. А о своем имидже люди никогда не думают. По крайней мере, в России. Так получается. Ну все, что? Надо пороги красить. Надо делать. Здесь вот вроде у нас более-менее.
Вот такие дела. Я вот не знаю, подскажите насчет антигравия хорошего. Вот раньше был боди такой, боди американский. Он вообще так ложился ровненько. Так все классно делалось. Я не знаю, сейчас он продается, не продается. Ну, надо посмотреть. Вот такая вот у нас погода замечательная. Иногда вот очень сильно заряжает, так скажем, энергией, когда выезжаешь на природу. Все-таки свежий воздух, солнце как бы заряжает тебя энергией, здоровьем. И даже вот то, что я сейчас увидел по коррозии, даже меня нисколько не расстроило. Это все устранимо, это можно сделать, главное, чтобы руки были целые. Такое у нас солнышко. Я думаю, будет все нормально. Кстати, сказал о 9 мая, да, 22 года, и что-то вас не поздравил. Дорогие мои подписчики, кстати, не очень люблю это слово. Дорогие мои друзья, поздравляю вас с этим великим праздником. И желаю вам одного, чтобы над вашей головой было вот такое вот чистое-чистое, голубое-голубое и мирное небо во веки вечные, чтобы никогда у нас не было войны, той страшной войны, что была 80 лет назад. Победа досталась нашей стране очень дорогой ценой. Только по последним данным погибло около 30 миллионов наших сограждан. Кстати, вот год назад я нашел своего деда, который погиб в Германии в 45-м году. Ну как дед, я не разбираюсь во всех этих делах. Мой родной дед по отцовской линии, он воевал и был ранен в Кенигсберге, и по ранению был списан в запас, так скажем. А его старший брат, никто никогда не знал его судьбы. И я вот через интернет установил его данные старшего брата моего деда. Дело в том, что когда он погиб, в его фамилии сделали ошибку на одну букву. Соответственно, во всех архивах он проходил под другой фамилией, и это было проблематично. И я методом подбора, предположив то, что, может быть, была сделана ошибка, опечатка, угадал и нашел своего деда. То есть моего родного деда, старшего брата. Ну, получается, тоже дед. Он служил в Красной Армии, и будучи там было, брали не какой-то город в Германии, я уже не помню, небольшой городишко, и при штурме этого города он погиб. Он, получается, свою службу, свою жизнь окончил в штрафном батальоне. Уж я не знаю, за что он попал в этот штрафной батальон. Но я думаю, что это и не столь важно. Штрафники тоже ковали эту победу. И, как обычно, или вернее, всегда были на острие удара. Штрафников сильно не жалели. Но вот искупить, видать, свою вину, я не знаю, правда, что там случилось. Кровью он искупил, но и ценой своей жизни. Но дальше было небольшое продолжение. Он был похоронен в братской могиле в Германии в 60-х годах. Эту братскую могилу перенесли в Калининградскую область, где был ранен мой родной дед, то есть младший брат. И там перезахоронен, тоже в братской могиле. И вот, кстати, на надгробной плите там фамилия была указана правильно.
Но потом пришли 2000-е годы, и партия «Единая Россия» решила 9 мая 2017 года произвести реконструкцию этой братской могилы. И получилось так, что фамилии павших были на надгробной плите выбиты на основе документов из архива Министерства обороны. А там была ошибка. И получается, мой дед лежал в братской могиле, получается, под чужой фамилией. То есть реконструкторам тупо ума не хватило, чтобы взять старую надгробную плиту и сравнить со списками. Ну, тяп-ляп, как говорится, сделали все спустя рукава. Ну, я связался с представителями Калининградской области, с администрацией, с партией «Единая Россия», выразил свое возмущение данным фактом. Они извинились передо мной, сказали, что все устранят, все переделают. И через какой-то период времени... А, нет, подождите. До этого они попросили подтвердить мое родство с моим дедом и сделать запрос в Белоруссию, в тот военкомат, из которого он призывался. Я сделал запрос, и, знаете, на удивление, ответ пришел в этот же день, вечером, где было полностью сканированные образы документов, комментарии и те ответственные должностные лица, которые будут готовить мне ответ. Где-то в течение 10 дней, наверное, все пришло мне на электронную почту с подтверждениями. И я это письмо потом переслал в администрацию там, значит, этого района в Калининградской области. Они взяли эту плиту надгробную и просто нанесли на нее же правильную фамилию, имя, отчество моего деда, погибшего в Германии. И сейчас мой дед лежит в братской могиле. На этой могиле стоит плита, и там указано две фамилии. Одна правильная, другая неправильная. Ну, видимо, это у нас возможно только в России, чтобы павший защитник Родины лежал в братской могиле под двумя именами. То есть денег у них, получается, на новую надгробную плиту не хватило. Они решили сэкономить и просто тупо снизу подписать правильные данные. Вот такая вот история моей семьи. Если честно, я не очень доволен тем, что так было сделано. Ну, есть что есть. Птичка, птичка, птичка. Птичка невеличка. Вот такой у нас тут УАЗик. Местные гоняют. Пыль поднимают. Чего-то он там мне махнул. Весь в наклейках 9 мая. Можем повторить. Или что у него там написано? Что-то он какой-то недовольный. Проехал. Ну-ка попробуем его камерой догнать. Ну ладно, будем заканчивать наш такой вот видос. И одни победы поговорили, и о павших героях, и о Ниве, ну и о соседях, которые поднимают пыль. Все так вот замечательно, солнышко, зеленая травка, речка. Все, всем пока, здоровья и мирного неба над головой.